здесь, во Дворце спорта Крылья Советов, мы снимали в 1994 году концерт гражданской обороны. В то время Егор Летов был особой культовой фигурой русского рока. Он никогда не давал интервью, и практически никто до этого не видел его по телевизору. Все знали о его радикальных политических взглядах. Что такое русский анархизм? Ну, прежде всего, это такое несанкционированное, как говорил Летов, или, проще говоря, непредсказуемое поведение. Это попытка жить по собственным правилам. Другой вопрос, откуда берутся эти правила, их же откуда-то нужно взять. Поэтому он требует не только жить по собственным правилам, но и как-то их изобрести, открыть внутри себя какие-то двери внутренние. Откуда эти законы, твои собственные законы, которые ты сам создаешь и которые, перед которыми несешь какую-то ответственность, откуда они берутся? Они могут взяться только у тебя изнутри, если ты откроешь какие-то люки в голове. Yeah.
светлый день. Костры и звезды выпадли на ночной росе, на сыром ветру будет новый день. Ясный светлый день. Сладостная весть, сброшенная кость, грабенная власть, алые ручьи, полы грязи, стоптанная грязь. Светлая пыль, бетонная пыль, проданная даль. Все бы ничего, но только что, ну уж слишком все по тесно в раю. Тесно в раю. Тесно в раю. Тесно в раю. Посолилась тень, будет новый день. Ясный, светлый день. Сладостная месть, брошенная кость, краденая власть, алые ручьи, полы ручьи, стоптанная грязь. Светлая пыль, бетонная пыль, проданная даль. Все бы ничего, да только что-то слишком все. Тесно в раю, душно в раю, душно в раю, смешно в раю. Чем сумрач, тем светлее ночь, чем темнее ночь, тем скорее рассвет будет новый день. Ясный светлый день, о, славлю новый день, новый ясный день, о, славлю новый день. Коммунизм — это царство Божие на земле. Вот. Вся беда в том, что когда мы начинали воевать, это был 84-й год, была полная уверенность, что тот брежневский дисциплинарно-санаторный режим, по выражению Эдуарда Лимонова, который царствовал тогда, продлится очень долго. Во всяком случае, у меня не было даже сомнения, то, что он может рухнуть. Воевали мы с ним не ради демократии, разумеется, не ради капитализма, а ради торжества истинных коммунистических идеалов, которые в последнее время советской власти были дискредитированы. Как вы сейчас относитесь к гражданской обороне? Ну, продолжаю относиться с большим уважением. Дело в том, что Егор Летов сделал очень интересный, стал автором очень интересного жеста, очень интересного поступка в нашем рок-мире. В 90-м году, когда он уже был известным рок-человеком, практически рок-звездой, если так можно выразиться, тогда все его коллеги по цеху рок-музыканта были за свободы, за либерализм, за демократию. И он стал первым, кто... первым автором такого жеста. Он первым сказал, что как бы, моя семья — это революция, ваша семья — это демократия. We'll be right back.
сложился на плечи, не налипалый лед. На перестройках все идет, не идет по плану. И вся грязь, и протилась голый лед, и все идет по плану. Все идет по плану. Захотелось на покое, а не сели не вышло строить военное игре. Но на пуле смерть на мое, холод и звезда, как это трогательно всем. Не холод и звезда, лишь бы туда, а с руками обохнается. Все идет по плану, все идет по плану. А моей женой на корвере по полу. Я считаю, что он талантливый поэт, он такой, как это называется в Европе, визионер, человек, который пытается видеть, смотреть сквозь вещи. И вот здесь многое совпало, его такое сибирское происхождение, и его такие левацкие революционные взгляды, и вот это личное визионерство. И все это дало такой вот коктейль, такой вот евразийский, газированный, крайне такой, может быть, неприятный для кого-то, а для кого-то опьяняющий коктейль его такой вот поэзии мистической. Родина снова поднимается с колен моя. Родина!
цепи мой былинный народ. Все зашло и жарко полыхает заря. От нашего дыхания тает ларится лед. Под нашими ногами расцветает земля. Вижу, поднимается скорее моя родина. Вижу, как из пепла восстает моя родина. Вижу, как поет моя великая родина. Снова поднимается скорее моя родина. Восстание. Нужно ли нам это восстание?
Ну, понятно, я понимаю, что ты имеешь в виду. Модно говорить, что восстание – это исключительно кровь, насилие, выстрелы, погром витрин, грабеж и так далее. Все это в некотором смысле так. Но когда ты говоришь, вот нужно ли нам восстание, кому нам, кому-то да, кому-то нет. Вот Егор Летов относится к тому вечному радикальному меньшинству, которое всегда будет требовать восстания. Для которых восстание – это личный путь, как есть путь дао, путь дзен. Есть также путь определенного анархизма, путь противостояния современному миру. Ешин у нас, и Рябчиков жуй. День твой последний, приходит буржуй. Единственная серьезная концертная видеозапись гражданской обороны. Сейчас во дворце спорта Крылья Советов рынок, а Егор Летов больше не выступает на столичных стадионах.